приглашаются: Киселев Алексей, Воронежская область, Побегунц Михаил, Белгородская область. В красном углу ринга: Киселев Алексей, Воронежская область. В синем углу ринга: Побегунц Михаил, Белгородская область. В красном углу ринга к продолжению боя готовится Киселев Алексей, город Россош, Воронежская область. Стаж занятий боксом Алексея составляет 4,5 года. Алексей имеет первый спортивный разряд. Лучший спортивный результат боксера – победитель РФСО «Локомотив» в городе Узловая 2011 года. Алексей провел 43 боя, в 35 из них одержал победу. Тренируется под руководством тренера Геннадия Филева. Thank you.
синим углу ринга к продолжению боя готовится побегунец Михаил, город Белгород. Стаж занятий боксом Михаила составляет 3 года, имеет первый спортивный разряд. Лучший спортивный результат боксера – победитель Белгородской области 2011 года. Михаил провел 45 боев, в 37 из них одержал победу. Провел также 5 международных встреч, 4 победил. Тренируется под руководством тренеров Ефименко и Кашкарова. По окончании программы просьба представителям команд собраться у стола главного судьи. Всем спасибо за внимание.